Танчик. Танчик. Бойцы армии ДНР малыми группами сейчас проходят к домам, которые уже были обработаны артиллерией и бронетранспортерами, которых противник уничтожен, осматривая пути, по которым пойдет пехота закрепляться, по которым пойдут основные группы зачистки. Да. Вон тот седьмой надо занять, и этот дом. Оттуда ведут огонь снайпер с девятиэтажек. Его на подавление танком бьют и из бетера сюда. Сейчас они с пулеметов по нам работают. Осколочными простреливают дома, которые у них отбила народная милиция. В ответку простреливают, не давая тем самым закрепиться. Вот, свистит, слышишь? Это уже по нам. Да, вот просвистело. Это уже идет оттуда стрельба, простреливают дома, из которых выдавили военнослужащих ВСУ. И теперь сейчас военнослужащие ВСУ пытаются простреливать, не давая вооруженным силам ДНР занять их позиции. Это уничтоженный украинский БТР-3Е, который занимал позицию между жилыми домами. И в процессе продвижения армии ДНР был полностью уничтожен. За ним можно видеть и дом, в котором огнем обвалили перекрытие. Вот, вот этот дом, как вы видите перед нами, уже за ним сидят украинские военнослужащие. Там проходит на данный момент зачистка вооруженными силами ДНР. Застряла бабуля, вытащила. Прямо по ходу зачистки бойцы ДНР и армии России пытаются хоронить людей, которых находят вот во дворе школы, в буквально 100 метрах от фронта, новое кладбище мирного населения. Перед зачисткой украинские зашли в наш подъезд. Вот. Ну, мы с подвала вышли, сказали, тут дети, 12 лет. Они сказали, ну а что, а нам что делать? Один говорит, мне 21 год, что мне делать? Я говорю, блин, ну не за нашими спинами прятаться. Он сказал, ну не выходите до 5-6 вечера, это было около обеда, они зашли. И все, мы пошли в подвал, минут 40 сидели, было тихо, потом началась стрельба. И потом мы вышли через где-то час, потому что мы чувствуем, мы задыхаемся. У нас началось, весь подъезд начал гореть. Поэтому защитников нам таких не надо. То есть вот мы высовываемся из-за угла последнего дома, в котором уже армия ДНР. Девятиэтажка, из нее еще ведется огонь. Сейчас работает крупнокалиберный пулемет. Судя по звуку, это крупнокалиберный пулемет. Пытаются прикрыть отходящих своих и мешать закреплению пехоты в отбитых домах.